«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Расскажу я вам сегодня очень поучительную историю о том, как некрасиво задаваться и хвалиться, как вот этот мальчик. Что? Привет, ребята! А я синему трактору помогу. Дело было так. Нолик очень любил игрушки, особенно машинки, скоростные, гоночные. Поехали! Он очень мечтал о машинке, в которой сам мог бы ездить. Папус, слушай, ну подарите мне на день рождения какую-нибудь такую большую гоночную машину, я буду очень хороший. Будешь хороший и послушный, тогда, может быть, и подарим. И вот, как-то в один прекрасный день рождения Нолика, ему подарили настоящую гоночную машину. Ну, почти настоящую, но он мог в ней ездить и ездить очень быстро. Ой, спасибо, папа, я буду очень хороший. Вот это да, вот это классная машина. Столько места и сзади, и спереди. О, скорее бы уже поехать. Так, где у нас тут что? Вот руль. Ну, поехали. Так, как тут рулить? Налево и направо. И вперед! Нолик научился ездить очень быстро и обгонял самые быстрые машинки. Только вот почему-то послушнее он после этого не стал. Наоборот, он стал хвалиться и задаваться. Эй, вы сонные мухи! Эй, я быстрее вас! Эй, не умеете ездить! Какой невоспитанный мальчик! Каток, плетется как черепаха! Какой невоспитанный! Он даже надо мной подсмеялся. Эй, синий, как же ты медленно ездишь? Слушай, ну давай поучись, а! Давай как я! Простите, пожалуйста, моего невоспитанного сына. Я думаю, пора его проучить. Вы мне поможете. Ой, хорошо покатался. Привет, пап! Послушай, я хочу тебе сказать. Я решил раз и навсегда поговорить с тобой. Я отберу у тебя твою машину, если ты не исправишься. А что я сделал? Чего ты там себе возомнил? Ты уже несколько машинок обидел. Я правда быстро езжу, папа. Ну, прости, я больше не буду. Правда быстро ездишь? Ха-ха. А вот это мы проверим. Если обгонишь игрушечный синий трактор, тогда я верну тебе машину. Ха-ха. Конечно, обгоню. Хе-хе. Но тут папус решил применить хитрость против Нолика. Синий трактор нашел очень похожие между собой игрушки. Так, пора начать соревнование. Этот плюшевый трактор хочет со мной посоревноваться. Ну, посмотрим. Так, садимся, готовимся. Так, где-то у меня был здесь стартовый пистолет. Заряжаем. Внимание. То есть на старт. Внимание. Марш. Нолик, конечно, обогнал плюшевого синего трактора, но второй такой же трактор стоял и ждал его в другом месте. Эй, что это ты здесь делаешь? Ты же был далеко позади меня. Я решил немножечко подкрепиться здесь, на заправке. Езжай дальше. Глазам не верю, он меня обогнал. Но до финиша еще далеко, я обгоню его. До финиша оставалось совсем чуть-чуть, но тут Нолик, приближаясь к финишу, обомлел. Эй, что происходит? Ты же был далеко позади. Я тебя давно здесь жду. Ну вот ты и проиграл. А говоришь, что ты самый быстрый. Моя машина. Что это с ней? Она теперь снова стала маленькой игрушкой. Вот так бывает с теми, кто очень много о себе мнит. Тебе пора бы попросить прощения у тех, кого ты обидел. Да, простите меня, ребята. Я больше так не буду. Ха, я оказался совсем не такой быстрый, как я думал. Всегда хорошо вовремя попросить прощения. Я исправлюсь. Больше никогда не буду хвалиться. Молодец. Больше Нолик никогда себя не вел плохо. Он выучился в школе и пошел на работу. И заработал себе на хорошую машину. Теперь я понял, как надо себя вести. Буду ездить и всегда всем уступать дорогу. Пока! Пока!